Я Элайза Торнберри, а это вся моя семья. Папа, мама и сестра. И еще у нас есть Донни, которого мы нашли, и Дарвин, который нашел нас. Мы все время в пути, мотаемся по всему миру. Дело в том, что папа создатель шоу «Дикой природе», а мама у него оператор. В общем, жизнь у нас дикая, кочевая, зато с нами происходят невероятные события. Пфф. Я умею общаться с животными, это так здорово, но это мой большой секрет. Думаете, я вру? Нет, это чистая правда. Это видеоблог. Это видеоблог. Сейчас пойду пописываю. Не полежу. А где? На вечернем Унгарте. Унгарте. Вечерний Унгарт. О, вот же родилось. Всю передачу Унгарт. Морген, это самое. Сегодня с вами начинаю, так что уверен, мы все круто проведем время. Это видеоблог «Закулисья» драматического театра. Тут очень много всего всегда есть. Вот они, красоточки. Домой хочется. Это видеоблог. Вот надо заехать сюда было, скотина. Это видеоблог. Это хуйня собачья. Собачья? Собачья. Спасибо. Всегда здорово, когда в отеле есть собственные гели для душа, шампуни и все такое. Это очень удобно, ведь не обязательно брать с собой свой. Но есть одно но. Я просто не могу не взять с собой свой, ведь это новый Old Spice Rock. Аромат мужичащий, продукт крутейший. Новый Old Spice, его состав также входит в уголь, ведь все мы прекрасно знаем, как уголь отмывается. Для душ. Spice Rock. Аромат мужичащий, продукт крутейший. У нас еще есть и Old Spice Rock антиперспиратор, которым ты можешь прекрасно насладиться после душа. Он действует 48 часов. Это видеоблог. Всем привет. Это доброго утреца. Время на секундочку. 25 градусов, чтобы вы понимали. И... А температура 10.08. Так, а где? 9.06. Где? Вот температура 9.01. Да, 911 температура. Под Фаренгейт. Это примерно 0.8. Абсолютно верно. Утро раннее. С позаранку. Витек до сих пор, он спит еще, видите? Отпишеги. Опа. Тихо. Что ты? Меня снимаешь? Да, да. Да. Я очень часто в твоем видеоблоге, но у меня подписчиков. Вить, погромче, пожалуйста. Я говорю, я очень часто в твоем видеоблоге, но подписчиков у меня не прибавляется. Ты меня отмечаешь? Ради бога. Аккаунт Виктора Комарова. Гур, нижнее подчеркивание, ам. А что происходит? Пальма де Майорка. White power, white power, white power. Гнать гомосеков из Европы. А, это Грета, Грета. А что происходит?
Это видеоблог. Мы за столом. Рыцари сидим нахуй, блядь. Свечи здесь. Свеча догорает. Все случилось. Надо вылить ее. Вот. Выливаешь, и свеча заново. Горит как положено. Видите? Короче, это видеоблог. И тут столпотворение. И менты, и, короче, скорые, и пожарные. Потому что, по-моему, вот тот чел собирается сигануть. Не на что здесь смотреть, расходитесь. Что он раком-то? Его тащит там? Пальма де Майорка. Это видеоблог. Это видеоблог. Прям как метро в моей молодости. А что происходит? Это видеоблог. Это видеоблог. А солнечные есть очки? А убрали все уже. На камеру снимаете, что ли? Да. Зачем? Смотрю, чтобы все было ровно, четко. На каком основании? Задание такое у меня. От кого? А? От кого? От кого? От верхушки. Покажите документ, пожалуйста. Верхушки? Документ? Да. Какой? От кого? Нет, так это задание от кого? Это конфиденциально. Нет. Конечно. Вы не имеете права снимать. Я имею. Вы знаете? Статью скажите, пожалуйста. 156. Что там написано? А вы это ж я вам снимать не имею. Снимать на камеру можно при основании. Должно быть у вас основание. Основание это что у нас? Основание? Вот что вы снимаете. Нет, само основание по себе что? Ну, зачем вы снимаете? Пол. Документ какой-то должен быть. Пол деревянный является основанием? Нет, вы какой-то документ должны мне предоставить. Монумент есть. Документ. А, монумент? Документ. А, документ. Ну, к вам придут тогда. Там. Да, да, да. Извините. Но не подскажете, магазин где должен быть? Бомбовские шапки называются. Есть такая программа 2GIS. Открываете, название пишете, и вам показывают 2GIS? По карте. 2GIS. В гугле прямо. 2GIS, город Ижевск. В чем? Google. Что? Браузер интернетовский, Google. В Яндексе можете набрать. Это... В интернете вам покажут карту и покажут, как ехать даже. Если вы откроете программу 2GIS. Это какая-то нужна программа? У вас интернет есть? Нет. Нет интернета? Ну тогда вам не найти и так. А-а-а. То есть по интернету вам могут сразу на телефоне, когда открываете, сразу показать, как ехать. А вы эту шапку в интернете нашли? Это шапка? Да. Ей уже 20 лет. А может, а такой найти где-то есть вариант? Понятия не имею. А сейчас, вы не продаете? Сейчас нет. А я в чем буду ходить? Ну, не знаю, нет, капюшон. Нет, звук, это видеоблог. По-дружески, по-дружески его. Это видеоблог. Покажу всем. Здравствуйте. Ну что, это был концерт Тюмени. Всем спасибо! Спасибо. Блядь. Петухи. Это видеоблог. Кстати, вот за кулисами, опять-таки, в каждом ДК есть очень интересные, интересные вещи. Это новое, как моноколесо. Да, это пеньки, да. Это для какой-то сказки, видимо, наверное. Привет, детишки. Прикинь, актер стоит вот так весь спектакль. Он же... А, не, можно ходить. Заходит? Здорово, народ! Опа, здорово! Бля, может выйти? Выступление в Доброграде, блядь. Здорово, народ! Может выйти? Все, вот, пожалуйста, нахуй. Зашморился, блядь. Нормально, все понятно. Это видеоблог! Не болит спина очень сильно, блядь. Как ты резко подорвался. Поэтому, блядь, видишь? Дело в том, что ваш замечательный город. Встречайте, подобные аплодисменты! Ваше детище! Сергей Светков! Алексей Шипов!
дальше. Что дальше? Ну, это уже реклама. Бля, это не интересно. А можно переключить, пожалуйста, еще дальше, чуть-чуть? Это же явно дерьмо. Бля, это же не интересно про шоколад. Там же бокс был. Там был бокс, верните бокс. Прикольно. Спасибо большое. Вот, другое дело. Вообще нормально, бокс. И тоже шоколад в каком-то роде. Это видеоблог. Саш. Это видеоблог. Саш, зачем балуешь? Все, убирай. Саша. Это видеоблог. Это видеоблог. Это у вас телега какая-то, что ли? Чё? Телега? Ничего себе. Это видеоблог. Я в Ханты-Мансийске, но здесь я не просто так. У меня концерт. Но он завтра. А приехал я сюда на день ранее, потому что у нашего корефана день рождения. Барная стойка, новенький ремонт. Это видеоблог. Вот в очко. Денис, привет. Все. Что тут писали? Это шлочек. Бать. Нормально. Слушайте, нормально. Хоспис прям практически. Кто? Хоспис. Ёлка охуенная. Это видеоблог. Это видеоблогеры. Это Саня Трахалчук. А бросьте, я сниму. Классно. Бросьте, я сниму, как вы кидаете. На видео сниму, как вы кидаете снег. Интересно. Давай. Воу. Красава. Класс. Ну ты даешь. А зачем вам маска на лице, если вы ее на лицо не одеваете? Или ты... Болеешь, вы же не болите? Болею. Одевайте быстрее. Мне там Балгин можно? Он ерунду вам сказал, такого препарата не бывает. То зипам. Лёха, ты его попросил, ты ему деньги платишь за эту хуйню? Нет, или он добровольно делает, добровольно. Да? Добровольно. Но он долбоёб, значит, полный. Да? Погнали, Лёх! Отдыхать мы умеем! Это видеоблог. Это видеоблог. Шок-контент. Я зашел в толчок, а здесь ой-ой-ой. Для желающих не видеть это дерьмо, просьба перелистнуть на 10 секунд вперед. Перелистываем. На счет 3 перелистываем. Раз, два, три. Для всех остальных. Дерьмо, смотри. Ой, вкуснятина какая. Кто-то не доел. Все, кто перелистнул, добрый день. Не подскажете? Что?
Что же я подсказал? А? Что говоришь? Подскажете. Еще раз. Подсказать можете? Смотря что. А я не спросил еще? Нет, пока. Я забыл тогда, наверное, скорее всего. Проводник нам до начала снижения.